Привитус, амигос, новые я и типа новинка. Ну какая новинка, это пшик в мире игр, игра под названием Watch This. Игра куплена мною в Steam за сумасшедшую сумму денег, за целых 70 рублей. Она стоит настолько мало, что ее даже на торрентах не стали выкладывать. Но тем не менее, она сделана на Unreal Engine 4. Или, ну по-моему, на Unreal Engine 4. У нее очень красивые тут скриншотики какие-то есть. Сходу у нас игра встречает менюшки, которую мог первоклассник набросать в Paint за полурок информатики. То есть это закос под монитор фирмы Dell, только он называется здесь Hell. И якобы открыт сайт Watch YouTube, то есть, ну, закос под сами знаете что. Ну, давайте посмотрим. Говорят, что игра вообще типа реалити-шоу. То есть, классическая ситуация, когда в заставке не пишется звук. Короче, кто-то сказал в комментах, что у меня типа смешно получится в нее играть, а я в этом посомневался. Американский флаг. Папа какой-то гинекомастийный зеленый тролль с газетой. Кривоногий, ноги колесом, как у наших футболистов. Мама. Футболки секси, блядь, сиськи отвисли по самую, ёптую мать. Жена. Ёбаный нассать. Жена, это, походу, разжиревшая Саша Грей. Она это указывает то, что у нее в принципе, похоже лицо, и вот она любит малоафью, собственно. Слизывает ее с хот-дога, видите, выдавила. А хот-дог-то что? Это сосиска в тесте. Вот она из сосиски в тесте выдавила майонез на себя. Сын. Ну, сын, не знаю, в кого, блядь, из этой семьи уебанов он такой выдался. Это какой-то актер, но я не узнаю его в гриме. Но, судя по всему, он одет то ли как джедай, то ли как... Хрен его знает. Ну, футболка пола. Ну, хер его знает, кто это такой, короче говоря. Суть замеса. Вообще не знаю, в чем суть замеса. Видимо, собирать монетки. Я это умею делать. Я это еще в Марио делал, а потом в Сонике. А, в Сонике я колечки собирал. Ну, поскольку это реалити-шоу, главное на реалити-шоу, шипы, пики точеные. Главное на реалити-шоу что? Правильно, главное, чтобы вас не звали Майя Ананасов. Когда вас зовут Майя Ананасов, вас вряд ли кто-то воспринимает всерьез. Что такое? Как... Он взял стакан и выпил. Так, у меня $28. Зачем-то здесь. И можно купить кому-то подарочек. Кубок УЕФА. Папе, под папки. Стол бильярдный. Я представляю, сколько он стоит. Шуба, кольцо, мопед, плойка. Третья. А, или Xbox. Джойстик от Xbox, а консоль вроде плойка. Что написано? Head Finger. Может, игр надо ему купить. А, во. Хартнегер. Хартнегер какой-то. Купить. Я ничего не могу купить. Почему-то у меня $0 здесь, хотя написано, что 28. Ничего пока не понимаю. Почему так? Так, вода мне сдается тоже. Представляет источник опасности какой-то. Беговые дорожки и снова точеные пики. Любит этот разработчик пики точеные. Ага, тут или пики точеные, или писи копченые. Ну давай заберем эти монетки и будем думать, как отсюда сдриснуть. Беговые дорожки, по-моему, только что в одну сторону крутились, но теперь они пидорят в разные. Наша задача допрыгнуть. Сука, он переключил. Опа, нормально. Батя смог, батя справился. Так, тут бассейн, наверное, со скатами или с пираньками, не знаю. Каждая монетка добавляет мне сколько? О, она больше $13 дает монеточка. Так, тут трубы, по которым, типа, можно пройти по трубе. Он как-то сходу теряет равновесие. Нет, прошел. Ёпта, что это было? Это дверь так открылась? К чертям анимацию, правильно, надо делать резкие движения. Чё нахуй происходит? Ёбаный в рот! Что, блядь, за, сука, реалити-шоу такое? Вот такой Дом 2 я бы смотрел. Ананасова бы расплющили, я был бы так счастлив. Ананасов, это, к слову, единственный, кого я знаю, блядь, из Дома 2. Ну, кроме Берковой. Но Беркова известна отнюдь не своим участием в этом шоу. Я прошел? Блядь, чуть-чуть прошел-то.
Ну, пока ничего сложного, я честно не понимаю, в чем прикол этой игры. Что тут должно быть весело? Я догадываюсь, что большинство всеми любимых летсплейщиков и обзорщиков тут просто эмоционируют, падая на пики, делая вид, что им действительно до этого есть какое-то дело. Кричат, визжат, эмоционируют и как это еще называется? Ну, короче, по-всякому реагируют на это своими визгами, воплями. И школьничков это смешит. Но я, блядь, занимаюсь в основном в играх не этой хуйней. Меня, смешно говоря, смотреть не поэтому. Потому что я не рефлексирую, скажем так. Как говорит некий товарищ видеоблогер. Я высмеиваю некие вещи в играх в основном. А если я рефлексирую и эмоционирую, значит, меня, скорее всего, реально бомбит от чего-то. Вот в этом разница между мной и теми, кто захватил все топы на Ютубе. Главное сидеть, направить на себя вебку и орать там всякую хуйню в камеру. Все, школьникам будет нравиться, все будут от тебя тащиться. Суть-то, блядь, в чем тут? Что надо делать? Ну и накопил я $450 уже и чего? ВТ. Что такое ВТ? Ключ какой-то. Чего мне с ним делать? Красная стрелка вниз. Там какой-то пар, водичка. Для чего воду пить в этой игре? Синяя стрелка вверх. Ничего не понимаю, что... Гамбургер. Зачем его бросать? В смысле, зачем его брать? Что, продать можно в эту хуйню? Помни, без бонуса не выжить. Sub-Zero. Надо скорпион, наверное, найти. И что это такое? Фастфуд. Ха! Непонятно что-то. Надо успеть пролететь, что ли, здесь? Против беговой дорожки, чтобы пики по тебе не ударили, да? А, прыгать нельзя, блядь! Скорота, твоя смерть повышает наш рейтинг. А я не понял, почему у меня вроде 3 сердца было, стало 2. Ну вот сын планшет купить за соточку. Спиннинги за соточку, нихуёвые спиннинги за соточку, бакс. Гамлет, это маме. Жене цветы, бабе мороженое. Ой, детям мороженое, бабе цветы и чего? То есть, ну и что, я вот... Блять, купил я это говно, и что дальше? Цель все это купить, что ли, или что? Так. Допустим, я заюзаю фастфуд. И Sub-Zero. Ни то, ни другое не могу. Sub-Zero, наверное, воду замораживает, я хуй знаю. Зачем я бросил гамбургер? Ничего не понимаю. Я в подобных играх. Так. А. Там опять пики точеные. О. Ну это я просто как Бэтмен пролетел. Блять, чё? Вот эти телепортации за дверь, даже не знаю, перескакивание, перемещение, как назвать-то, непонятно. Они просто немножко бесят даже. Ну, блядь, и ходишь ты, собираешь ты монетки. Ну, чего? Ну, блядь, ну, пиздец. Вот тот человек, который мне эту игру посоветовал, ты напиши, сколько тебе лет, вот по секрету, просто мне интересно. Ну, кто в таких играх, кто находит, блядь, интересную игру Five Nights Freddy, блядь, вот чем она интересна? Я просто охуеваю, это даже не ужасник, это, блядь, говно какое-то. Серьезно, в Layers of Fear поиграй, вот там обдрищешься, блядь, со страху, это да. Если погрузишься, конечно, если на отъебись будешь сидеть, блядь, с тупым лицом, всю игру, конечно, страшно не будет. Это такой секрет небольшой, знаете, почему не страшно там топовым каналом в нее играть, которые, ну, как туплинов, которые сидят, вот реально рефлексируют, эмоционируют и все. Потому что ему на похуй, на отъебись бегает, орет где надо и все. Он не пытается проникнуться в атмосферу и ужаса этой игры.
Там, а это верный признак того, что человеку на самом деле сыкотно, блядь, в нее играть. Пиздец, пиздец, нахуй ты подпрыгнул, ёб твою мать. Блять, не, ну в чем смысл? Не, ну я ебал. Ну это I wanna be the boss, и только от первого лица. Ебать, что за хуйня? Папа крестный отец. Папа, значит, крестный отец. Мама это служанка, с которой изменил Шварценеггер своей жене, я думаю. Скорее всего, это она. Сын Ким Чен Ын с ракетой с маленькой в руке. Этого, вот этой картинки уже достаточно для того, чтобы Ким Чен Ын запустил, блядь, ракету по нам. Жена, ну, я думаю, что это, возможно, это Эвелина Блёденс, которая играла сексуальную медсестру в маске шоу, но, может, кто-то другая, не знаю. Может, блядь, какая-нибудь очередная порнозвезда, я хуй его поймешь. Пишите свои версии, в общем-то, в комментах. Походу, это главная юморная фишка этой игры, это вот эти фотографии, потому что больше, блядь, тут ничего ни смешного, ни интересного я, честно говоря, не вижу. Ну, что это такое? Камера. И чё? Ну, крутится она за мной, и... Вон, блядь, гамбургер лежит. Круто. А кто там в трусах спит, смотрите? Что это такое? Ему гамбургер нельзя бросить? Нет. Я его выбросил, даже поднять не могу. Может, это какой-то предыдущий участник этого? Вон еще один бомж спит, смотрите. Я что-то не замечал, что они тут дрыхнут. Если бы кто-то за тобой тут гонялся, там, я не знаю, что-нибудь происходило хоть. Кроме вот этих убогих шлепков сверху, блядь. Да чё, а здесь ключик, наверное, этот зеленый нужен. Пики точеные, которые сверху шлепаются, это, походу, единственный шанс умереть. Ёбаный в рот, а это что такое? На, гамбургер. Давайте подойдем поближе и посмотрим, что это такое. Это человек-монитор. Ничего дальше. Не знаю. А, понятно. Видимо, карта Саб-Зиро нужна, чтобы этого пидора заморозить. Сразу FPS просел до 42. You only live twice. Хуй знает. Мясом кусок к сердцу пришит. Я не знаю, что это значит. И что, блядь, это? Ну как? Тут есть русская озвучка, но, блядь, понять, что это... Что дают эти бонусы? Телепортация к камере, что ли? Заебись. О, монеточки. А вода зачем? Я что-то не вижу индикатора жажды у главного героя. У него почему-то 4 сердца. А, это... Я взял сердце... Будет жизнь дополнительную, видимо. Я слышу чьи-то шаги. Пока не вкуриваю, кто это. А это что такое? Блять, фото семьи. То есть, что это должно мне сказать-то? Что? Что им? Главное меню и продолжить. Блять, руководство хоть какое-нибудь есть? Зачем мне это фото семьи? Чё, блять, ну фото семьи, что дальше-то нахуй? И чё, блять, ну фото семьи, охуенно. Надо понять, что им нужно купить, что ли? По фотке. Интересно, и что хочет, блядь, на Рождество крестный отец? Понятно. Тут главное было тихонько ходить, походу. Так, я могу снова... Портануться сюда. Покуда камера работает, а денег у меня за это не отнимают. Может, воду отнимают, хуй будет. Поймешь.
У меня есть голубой ключик. Ключик голубой. В жопу себе вставь. А это что, Жора Ксеноморф, что ли? И что ты будешь делать, уебан? Динозавр какой-то, блядь. Ну, он смотрит на меня, и что дальше? А чё же вы в первый раз, когда я играл, никого не было? Это дверь или что? Блядь. Деньги вот просто так разложены, реально. А, вон. И это херота, где надо что-то покупать им. Так. Машина, папки. Суши какие-то, блядь. Еда общая. Купить им еды, что ли, пожрать? Ну, Ким Чен Ын, допустим, блядь, стоит с ракетой. Это значит, что, блядь, надо ему купить, если вот по этой теории планшет, блядь, какая связь? Игры? Нет. Мотоцикл, блядь, он хочет, что не знаю. Ну, давайте, хуй знает, все подряд. Ну, я купил, и что мне за это? Аплодисменты и больше ничего, да? Так, я помню, как... Блядь! Не долетел, дебил. Я помню, как эти монетки собирать надо. Блядь, ну дебил. Реально, я каким-то мудаком играю, блядь. Кто еще мог на такой бабе жениться? Ой, нахуй. Выпустите меня оттуда. Мне там не нравится. Old Earth. Старая земля. Охуеть. Вот это ловушка. Пилы, вау. Вообще свежак. Никогда раньше не видел. Ничего подобного в играх. Так, ну это еще раз там пройти не хочу. Я не думаю, что у меня цель все монетки собрать. Вон там бомж какой-то спит. Может, это он там за мной? И поддоны скрипучие деревянные. Нет, там за мной не бомж бегал. Там динозавр, блядь, какой-то был. Что за звуки-то? О, красный ключ. Блять, я упал в воду. Я упал в воду и сдох? То есть я плавать не умею или у вас вода какая-то, блять, особенная? Я даже, блять, не предполагал, что это смертельно. Даже, блять, у меня мысли такой не было, что от этого можно сдохнуть как-то. Блять, чушь. Ну и чё? Карты нет, ничего нет. Куда я шел, чего я шел? У меня есть синий ключ, здесь есть синий замок. Ты должен уметь скрываться так же ловко, как я скрываюсь. Под одеялом твоей мамы. Под одеялом моей мамы ты ловко скрываешься? Шутки про мамку. Даже надо что-то с этим мечом делать, да? А вот красный ключ, он теперь здесь лежит почему-то. Так, ну что, фото семьи изменилось, что-нибудь нет? Ничего нельзя не прочитать, нихуя. Блять, я понимаю, если бы
Если бы, блядь, вот эта семья за вами здесь гонялась, но здесь гоняются либо, блядь, динозавры, либо чел с телевизором. Причем тут фото семьи вообще, блядь, просто ни хрена не понимаю, в чем связь-то. Я открывал руководство по игре, там написано, как, блядь, бегать, на какую кнопку брать, приседать, бросать, все. Главное, вниз не ёбнуться, страшное дело. Ничего, он же сюда не залезет. Вообще, это напоминает мне фильм этот. Ой, игру, где надо было по кораблю бегать. От 3,5 инвалидных монстров. Не помню, как называлась эта убогая игра. Она тоже такая. Фуфламицин еще тот. Мне денег не хватает на следующую покупку. Блять, сколько же она стоит? Два синих ключа. Ну заебись, что мне с ними делать? Нахуй. Там все равно тупик. Где она хлопает-то? А, блядь. Ловушка, хлопающая вас с потолка, блядь. Ужасно вообще, ужасно. Блядь, настолько бесхитростная хуйня, что, блядь, по ней Дэнди плачет. Две. Вот это уже, блядь, сильно. Хуже. Страшнее одной ловушки, которая шлепает по вам с потолка, может быть только две таких хуйни. О боже, опять эти дорожки, нет, спасибо. Телепорт. Все у меня, блядь, все ключи, по-моему, какие только есть, но я... Дверь-то видел только одну, синюю. За ней лежал сраный мяч. Который мне даже взять-то не дали. Так, это что? Это бонусы. Этот... Так-то я тут все пособрал уже. Вот там вот эта херня. Купи-продай. И чё? Пожрать им купить, что ли? Да бред. Чуть тебе надо, уебище. Слышь, диплодок, а ты код, блядь, от двери не знаешь? Код на выход, блядь, уже это выход. Давай так попробуем. А, он, сука, многозначный. А где цифры-то брать? Хуй поймешь. Какая-то, блядь, рамочка появилась. Не знаю, что она значит. Вот она пропала. Там ходит этот ебаный ящер, я так понимаю, что мне туда и надо. Налево или направо. А он куда ушел-то хоть?
кто-нибудь видел? Ну, бросила бургеры, чего? Может, если ему бургеров набросать, с ним подружиться можно было? Хуй знает. Он где-то там ходит, блядь, 2 часа, его ждать стоять? Вообще неинтересно. Ну. Я тут был. И тут я был, по-моему. Блять, знакомое место. Это ящер тут ходит. Я вот слышу шаги. По-моему, он рядом. Ну отлично, вот я и куда я прошел, что тут есть для меня нужного. По-моему, я здесь игру начал, нет? Так. А что, игры стоят, блядь, у нас больше $400, что ли? У меня вот были вроде деньги, нет? И куда это? Не забывай про бонусы, они могут сильно помочь или сильно навредить. Блядь, я вообще не понимаю, я хожу уже кругами. Снова дорожки, снова монетки, блядь, какая... Охрененная игра. Мне так интересно. Я здесь был, давай назад. Блять. На тебе гамбургеров 2 штуки. Ты бесит меня. А что мне делать-то? Я в тупике. Тут вон бомжи лежат, которых она сожрала, походу. Да, такое ощущение, что цель игры здесь реально все, блядь, до копейки собрать. Купить все, что здесь продают, блядь. Вот с таким же успехом можно было не заебываться всеми этими фотками семьи, короче. Просто рандомно раскидать какие-то числа по карте. Это был бы код от двери, блядь, в которую надо выйти, и все. И просто не ебать мозги ни себе, ни людям, блядь, с разработкой подобных игр. Блять, да. Супер. Короче, я хуй знаю. По-моему, это очередной, блядь, донный псевдоужасник, блядь, в которой топовые каналы получили, блядь, шанс на радость шкальцам поэмоционировать погромче. Все, на самом деле тут ничего страшного нету, блядь. Ничего интересного нету дважды. Я хуй знает, ну, блядь, люди, ебать, ну, сука, я...
Блять, я хуй знаю. По-моему, если вы любите такую хуйню, когда кто-то играет в игры, блять, и орет на ровном месте, вы, блять. Опа, хуяк. Телепорт. И все, блять. И чего? И нихуя. То есть вы, блять, ну, скорее всего, вы немножко малолетний, немножко туповатый человек, блять. И все. Просто, ну, блядь, ну, серьезно, ну, дух, блядь, ну, ну, пиздец, ну, в цели, блядь, в игре ни цели, ни смысла, блядь, нихуя, ну, чё, ну, где, блядь, ну, это пиздец, ну, вот говорю, вот, блядь, от этой игры тащится только Куплинов, его подражатели, блядь, PewDiePie всякие, нахуй, которому, кстати, сам подражает Куплинов, и их, блядь, и их фанаты, все. Нормальный человек эту хуйню, блядь, запустит, блядь, выключит, и все, и дальше пойдет в нормальные, нахуй, игры играть. Ну чё, опять тут эта ящерица ходит, и чё? Телепортации у меня нету. Она мне не дает пройти туда. В остальных местах я вроде был уже. Блять, она вон, она сзади. Сейчас она уйдет налево, потому что она тупая рептилия, блять, а я пойду прямо там, где я не был, и всё, и чё? Это не Outlast, блядь, где нахуй. Или не Layers of Fear, где тебя заставляли идти вперед, блядь. Навстречу неизвестности. Это... Watch This. Игра для шкальцов. Ай, блядь, да пошла ты. Ну, серьезно. Вот те, которые ссутся в Five Nights Freddy, они здесь будут сраться, блядь. А от чего там ссаться-то? Ну, там перед скримером видно каждый раз, когда пробегает этот, блядь, автомат, нахуй, ебаный мимо. Не туда ты пошел, не туда ты пошел, ублюдок. Он там кого-то захуячил, кстати, он там кто-то лежит. Я вот на правую кнопку привык приближать, я вот сейчас хотел нажать ее. Но хорошо, что не нажал, иначе бы я просто телепортнулся отсюда. А, блядь, ну... Сука. Ой, когда разработчик игр пытается шутить, это, блядь, редко бывает смешно, нахуй, серьезно. Чаще, блядь, это тупизна какая-то. Вот он опять пошел туда, да? Сейчас он опять вернется. В рот его, блядь, чихпых, надо посмотреть, кого он там убил. Блядь, вот сейчас он идет, по-моему, нет? Заебал. На тебе бургер, а все равно не знаю, нахуй он нужен. Вон там два уже лежит. Съешь хоть один, ублюдок. Блять, попытаться что ли наугад, блять, код понабирать, все равно стоим. О! Ушел. Давай дальше и поверни куда-нибудь. Желательно на пике наточенный нарвись, чтоб тебя, блять. Отлично. Увидишь стул, на котором пик точёных нету, садись смело тебе туда, ублюдок. Три каких-то уебана тут валяются. Я тут был. А, ну это тупик. И тут я был, и там я был. Я, бля, везде уже был, я хуй его знает. Карты в игре нету, куда ходить тебе, блядь, непонятно. Внизу этот телевизор ходит. Ой, блядь. Очень, блядь, обоссаться, какой хоррор, бля, вообще. Хочется просто сдохнуть побыстрее, поорать, типа, блядь, что тебе досадно или страшно, блядь, и закончить эту игру и больше никогда не играть. Главное не говорить, что она говно, не расстраивать шкальцов. Расстроенный школьник — это злой школьник, он отписаться как бы может, поэтому, блядь, игры надо хвалить, даже такие тупые, как это, блядь. Типа, игра заебись. Страшно играть. Я, блядь, взрослый мужик, мне страшно играть так же, как и тебе. Вот такой ты продвинутый пацан, ты молодец, блядь, ты играешь в такие игры, ты красавчик. Еще молодец. Да, ну и похуй мне. Ой, блядь, 90 рублей игра, ёб твою мать. Ну чё еще от нее было ждать-то? С другой стороны, блядь. Не правда ли?
Экран это что-то значит или что? Монеток уже нету, значит, надо идти в эти двери, наверное. Она уже не открывается, значит, я там был, наверное. Хуй его поймешь. Закрыто, Настя. Вот формула успеха. Сыкрыто, Настя. Тут был, там был, здесь был, везде был. Чего, блядь? Ну хоть показали бы, куда идти, где я не был, еще вот там, по-моему, не был, да? Не, не открыть. Бум, блядь, охуен. Вот они, монеточки, ура. Как я рад их видеть, блядь. С одной стороны, эта игра уже лучше, чем та вот хуйня, в которой... чем Ридж, блядь, игра этого Вячеслава, как там его, блядь. Тут хотя бы, блядь, понятно, что делать надо, более-менее. Собираешь деньги, покупаешь своей семье кровососов, блядь, подарочки на все бабло. Когда, блядь, уже начнут делать игры, не рассчитанные на малолеток, блядь, а с каким-нибудь интеллектуальным контентом, блядь, задавать вопросы какие-нибудь по истории, там, хуй знает, по какой-нибудь... Что-нибудь такое, блядь, головоломки какие-нибудь, типа Рум. Недавно Рум 2 вышел. Ну, Рум, да, Рум хуй с ним там. Рум — это игра, которую надо проходить, пока в очереди, блядь, к терапевту сидишь. Больше она нахуй ни на чем не нужна. Вот, но, блядь, а вот это даже в очереди к терапевту, блядь, не дай бог кто-нибудь увидит, что я в нее играю сижу. Это пиздец. Вот второго левела подарочки, блядь. По 500, нахуй. Суши 500, игра 500, травы пакет 500, ганджубаса причем. А, зеленый чай. Ну, я вижу какой-то зеленый чай, блядь. Я в зеленом чай. Я в зеленых чаях-то, блядь. Разбираюсь, блядь. С бергамотом, наверное. А, с жасмином, блядь. Зеленый чай с жасмином. Не, орёт она стрёмно, я согласен. Но, блядь, она настолько тупая, что, блядь, никогда не перепрыгнет, ничего не за вами, она не погонится, блядь, толком. То есть, в Alien Isolations, если бы Жора Ксеноморф так орал, блядь, я бы там, может, блядь, почаще бы усирался. Он там молча выпрыгивает. Но резко. Блядь, нахуй вода нужна? Напишите хотя бы в комментах, блядь. На кой хуй она нужна? Я вот, блядь, вообще не понимаю. И все, я тут был. Опять. Опять. Короче, тут, блядь, ходит один чувак с телевизором на голове и одна ящерица, блядь. И это единственная угроза вам, по сути, здесь. Я других никого здесь не вижу, блядь. А каким антиперспирантом пользуются наши монстры? Вы сможете узнать сразу после рекламы. Это, блядь, крайне тупое, неинтересное реалити-шоу. Лучше бы воссоздали бегущего человека. Да, и, короче, заебало, я не знаю. Я хожу по одним и тем же местам, нихуя не могу понять, нихуя не могу найти, ничего, блядь. У меня есть все ключи. Но я только в жопу могу их себе разве что вставить, блядь. При желании, потому что ни одной двери я, блядь, найти тоже не могу. Это пиздец какой-то, я не знаю. Я как бы не говорю, что я из летсплейщиков самый умный, но, блядь, серьезно. Это пиздец какой-то не игра. То есть выдавать ее как что-то интересное или как что-то веселое и смешное, ну хуй. Не, кто-то скажет, что для этого надо талант иметь. Нет, для этого надо, блядь, просто на похуй, на похуй все делать. А, я бегаю, а-ля-ля, как смешно, блядь. То есть, короче, блядь. Ну, как-то делается
Сидишь, о, блядь, о, вот, вот нахуй, с потолка, давай, хлоп, оп, мимо, хуй тебе не попал, давай, бери, о, денежки мои пришли, вот они мои денежки, еще деньги, оп, собираем, все, блядь, жене на шубу, блядь, ребенку на мотоцикл, iPhone, Galaxy, блядь, без Galaxy ходит, как абсос, блядь, над ним весь класс смеется, дверь, что за дверь, опа, нажали, бонусы, есть у меня бонус, мне надо бонусы, блядь, так, еще какие-то двери, давай, откроем, кто-то, о, блядь, никого нету, проходим, что тут, опа, что, никого, опять никого нету, блядь, лифты какие-то, сука, как моя парадная, только, блядь, стены чистые, не нас нигде. Так, давай в эту дверь попробуем. Ну, давай, чё. Опа, блядь, открылась, нихуя себе. Чё это такое, красная кнопка какая-то? Поддончики скрипят, поддончики. Сейчас мы этого бомжа разбудим, он нас нападет, наверное, бля, хуй его знает. Давай попробуем его разбудить. Вставай. Он как зеленый, он как, блядь, невероятный Халк, только дрищ какой-то. О, колонка, может ему музыку включить здесь? Э, придурок, ты будешь вставать, ты будешь за мной бегать? Мы будем играть с тобой. Давай суши за 500 баксов, наверное, охуенные просто суши. Они должны быть... Каждое суши должно, блядь, со страусиное яйцо размером быть, мне кажется, за такие деньги. Так, я вот еще две монеточки, блядь. В бюджет семьи, в копилочку. Снова здесь я уже был, что? Давай прыгнем. Опа, залетели. А ты не забыл про бонусы? Кей, нахуй, бонусы. Иди в жопу своими бонусами, мудак. Блять, я все, я в самое начало пришел. Сука, где эта ящерица? Пошли ящерицу убьем. Пошли покормим. У меня вон бургер есть, вообще нахуй не знаю, зачем он нужен. Дверь не открыть, эту не открыть, потому что. Почему не открыть? Потому что я там был. Нет, блять! Чуть-чуть, сука. На пике точеные, жопой лощеный, чуть не приземлился. Давай, хопа, прыжок сюда, летим, бежим. Че тут? Опа, дорожка. О, бля, беговая. Ох, спорт, ёпта. Ставь лайк, если любишь спорт, надо еще лайки клянчить, точно же, блядь. Ой, заебись вообще. Классно, блядь, тут я был. Блядь, такая хуйта. Блядь, ну опять я здесь, ну ёб твою мать. А это кто такой? Погоди-ка. Нет. По-моему, это фото отец семьи из прошлой серии, нет? Бургер будешь? Он молится на телевизор. Долбоёб. А чё, его тоже нельзя было? Да ладно, намаз. Опа, блядь, что это было? То он мне подсрачника дал, что ли? Хуй его знает. Я, блядь, думал, он там молится, и хуй бы с ним. Может, что значит, главное, не мешать этой молитве. А вон там еще один такой, а почему этот за мной не гоняется? Ой. Блять, ну ладно, напугал, ладно, на самом деле уже похуй, надоело просто. Да, слишком много шума. Короче, блять, хуйня полная, на мой взгляд. Я не знаю, если вам такие игры нравятся, можете, блять, за 80 рублей купить, потратить на нее, не знаю, час своей жизни. Я вообще никакого смысла не вижу, это, блять, неинтересно. Даже Энки была такая игра, где надо было убежать из логова маньяка, это и то было интереснее. Это не выход, нет. Вот, Энки, правда, была багованная, как кусок говна. Ну, я, блин, не знаю. Но опять, наверное, игра, которую один человек сделал. Один человек абсолютно отъебись, чтобы заработать денег. А просто топовый канал, и еще раз скажу, да, что получили шанс громко поэмоционировать. Все. Блять, вот он, весь смысл этой хуеты, блять, даже не поскролить. Все, короче, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Может, блять, кто-то познал дзен этой игры и напишет, в чем ее смысл, в чем ее прикол, блядь. Я такую хуйню просто не понимаю, не знаю. Я привык, блядь, во что-нибудь серьезное играть более-менее, чем вот в такую залупу, блядь. Все, короче, адьё, чуваки.